С начала сентября в лесах Владимирской области заблудились больше 100 жителей. Среди них 80-летний мужчина. 12 сентября днем он ушел за грибами, а вечером не вернулся. Тревогу забила дочь и сообщила, что никаких средств связи с собой у пропавшего нет. Учитывая возраст дедушки и холодную погоду, полицейские подняли личный состав. Поиски продолжались 15 часов. К утру 13 сентября участковые уполномоченные нашли в траве лежащего мужчину. Дочь, которая тоже участвовала в поисках, узнала отца. Пенсионер был доставлен домой. Я сам не мог выйти. Я уже до того устался, не мог идти уже. И они организованно все сделали и нашли меня, привели домой. Уже через несколько часов поступило еще одно сообщение. Потерялась пожилая женщина. К участку леса, куда могла направиться жительница, прибыл наряд ДПС. В течение 3 часов женщина была найдена. Она рассказала, что с наступлением темноты не смогла найти дорогу домой и увязла в болотистой почве. Конечно, в темноте одна бы я не вышла никогда бы. Так бы сидела бы до утра там. Я очень ему благодарна. И маме его благодарна, что такого хорошего сына вырастила.